Не успел закончиться чемпионат мира, а в России уже начинается очередной футбольный сезон. Футбольный клуб «Динамо Ставрополь» готовится к кубковому матчу против «Ангушта» из Назрани, который пройдет завтра на стадионе «Динамо» в Ставрополе. Ну а уже через 4 дня начнется чемпионат России во втором дивизионе «Зоне Юг». Перед стартом очередного сезона ставропольская «Динамо» серьезно обновилась. Хотя новый главный тренер Евгений Перевертайло для Ставрополя человек не чужой. Он родом из Новоселицкого и местные команды уже тренировал. Мне приятно вернуться в Ставрополь, но и ответственно. Это большая ответственность, потому что я вырос здесь, и люди, которые меня здесь окружают, футбольные люди, да, они ожидают каких-то положительных изменений в команде, в лучшую сторону изменений, да, поэтому я, в общем-то, всегда говорю, что для меня не важно, где работать, а важно, как работать. Последние несколько лет Евгений Николаевич работал с клубами российской премьер-лиги и футбольной национальной лиги. Естественно, теперь ставропольские болельщики ждут хороших результатов в «Динамо». Конкретная задача ставится, да, создать хорошую боеспособную команду, конкурентоспособную, чтобы имя «Динамо Ставрополь» не стыдно было произносить, да, чтобы можно было гордиться тем, что есть команда «Динамо Ставрополь». Вот такая задача стоит. Помимо главного тренера в команде немало новых футболистов. Акцент делается на молодых игроков, причем в основном на местных воспитанников футбола. Но также есть спортсмены из футбольных школ других регионов. Мне в клубе очень нравится, атмосфера замечательная, рабочая, город прекрасный. Все есть для того, чтобы становиться сильнее, лучше в футбольном плане и вообще в жизни. Вот. Мне все очень нравится. Адаптироваться в команде помогают те, кто в «Динамо» уже не первый год. Самое главное, и новая молодежь, и опытные футболисты, и, конечно же, тренерский штаб рвутся в бой и очень хотят порадовать болельщиков хорошей игрой и высокими результатами. Долго готовились к сезону. Конечно же, охота сыграть уже официальную игру, тем более играем сейчас дома перед своими болельщиками. Ждем 21 числа. Готовимся, судя по контрольным играм, думаю, даже нормально выступить. Хотя у нас молодежи очень много, местных игроков. Они прибавят, с каждой игрой будет лучше все. Уже завтра в 17:00 на стадионе «Динамо» в краевом центре пройдет матч 1/256 финала Кубка России. А 25 июля болельщиков ждет встреча первого тура чемпионата России, в котором динамовцы снова померятся силами с «Ангуштом». Антон Киевский, Владимир Ходорев, Ставропольское телевидение.